Сегодня свой рабочий день в Волгограде провела известная российская фигуристка. Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Прославленная чемпионка специально прилетела в Екатеринбург, чтобы встретиться с юными фигуристами. Семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр, телеведущий общественный деятель Ирина Слуцкая возглавила всероссийскую акцию Добровольного физкультурного союза «Жить, побеждая диабет». Я хочу выразить слова благодарности Добровольному физкультурному союзу. У многих сразу возникает вопрос, Ирина Слуцкая, и здоровье, и медицина, почему? Наверное, потому что я сама, к сожалению, страдаю определенным достаточно сложным заболеванием. И на примере самой себя я показываю, как нужно и для чего нужно. Ей было всего 24 года, когда ее жизнь резко изменилась. В 2003-м врачи поставили Ирине смертельный диагноз. Вместо ежедневных тренировок, больницы, обследования, прием огромного количества препаратов, неутешительные прогнозы. Она с трудом ходила. Но как только почувствовала себя немного лучше, втайне от врачей снова начала тренировки. Она победила. В 2004-м Ирина вернулась на большой лед, а в 2005-м выиграла чемпионат мира. Обращаю внимание вот на этих ребят, у которых горят глаза, которые сюда выскочили, можно так сказать, даже не умея кататься, они пытаются, они ковыряются, они хотят познать, они как, у меня такое ощущение, что у них сегодня какое-то второе дыхание, что ли, открывается. Что ей помогло? Наверное, спортивный характер, который воспитывает волю к жизни и упорство. Ирина на своем примере доказала, что можно побороть даже очень тяжелые заболевания. А врачи и спортсмены сходятся в одном. Физическая активность является важным элементом профилактики сахарного диабета и его осложнений. Моя философия такая, чтобы не произошло, жизнь-то продолжается.